тоже являются участниками этой организации, холдинг, может, у вас какой-то, акционеры, которые вот здесь участвуют. Если это в одном числе человек, или, может быть, это есть партнерство несколько. Юридическая форма компании. Да, юридическая форма. Мы, наверное, счастливчики в компании, потому что есть бизнес-модель, по которой мы работаем, да, и мы видим смысла этой бизнес-модели с кем-то делиться. Нам не нужны какие-то внешние активы, и все-таки владелец один. Владелец один, у него есть заводы, пароходы, у него есть активы. Заводы, пароходы, активы, яхты, виллы, все есть, да? Ну, то есть, как обычно говорят, что если есть в компании активы, есть подтверждение того, что есть единожды там человек, который вот владелец чего-то, то можно ему доверять. То есть тут вот этот вопрос. Мы можем быть, мы по территории Турции, можем быть только или партнерами. Или это подставной человек? Нет, это абсолютно не подставной, это живой человек, который прилетал в эту компанию, дальше зарабатывает прибыль и ведет этот бизнес. Смотрите, мы можем в Турции с кем мы коммуницируем, с кем мы в партнерах. Это наши поставщики, потому что они предоставляют для нас продукт, мы оплачиваем продукт, мы его забираем, этот продукт это наш, потому мы являемся любимыми владельцами этого продукта. Да? Естественно, что еще мы работаем с разными компаниями в плане какого-то там рекламного развития. К примеру, недавно мы работали с компанией Давита по свадебным платьям. Да, это коллаборация, называется «В современном мире». То есть, но это внешняя политика компании, а внутренняя кухня никто никого не приглашает. И это не наше направление. Ну, давайте мы все-таки какие-то фишечки оставим на будущее, потому что если мы живем в Европе, это Испания, у них абсолютно другой подход к украшениям. Мы приходим работать на рынке в Испании не только для нас с вами, мы же приходим к испанцам работать, у них другой вкус. И испанцы хотят увидеть на своей витрине испанский вкус, правильно? Логично. Ну, у нас вот инвестиции, вообще-то в этой компании инвестиции.